гостях у Евгения Додолева. Здравствуйте, Любовь. То, что меня зовут Любовь, это абсолютная правда. Актриса Любовь Тихомирова. Ну, а с аэробикой была тренером. Говорю, мама, так я вот это хочу. Не только танцевать, а и петь, и играть. Золотая рыбка. Эта профессия хороша для женщин. Какие-то игры закулисные, возня, там, я не знаю, средства массовой информации. Это очень грустно. Премьера. Снимались бесплатно по дружбе. Я валялась в грязи, я погружалась в ванну с минеральной грязью. Смотрите в пятницу в 23:45 на телеканале «Москва. Доверие».